подъем по знаменитой лестнице Большого Кремлевского дворца. Вот там наверху, перед тем, как попасть в амфилат, видишь огромное полотно. Сейчас там откроется взор Владимира Путина. Полотно, посвященное Александру Невскому. На этом полотне изображена и икона Бориса и Глеба. Все это символ неразрывной связи истории древних и новых Москвы и Новгорода, Пскова и Петербурга. Вот это полотно.